Москва-Сити. Взгляд изнутри. Башня Федерация, Восток. Афимолл. Город-столица. Четенько, четенько так все сделали. Движуха. Везде движуха. Везде мерседесы стоят крутые. Картинки а-ля Нью-Йорк. Достаточно уже много башен построили. Больше 15, наверное. Такой ветерок тут прохладный. Между башен. Да и как-то пасмурно становится. Вся такая движуха, все в движухе. Федерация. Тут вообще, тут народ кипит, кишит. Это он, я там уголок нашел. Еще комплекс какой-то. Рядом три станции метро, деловой центр, международная и выставочная. С трех концов метро, тачки. Все бизнес-класса. Естественно, это район бизнес-класса. Тут на других тачках не ездят. Бентли стоит с закрытой крышей. Вот такие рефрижераторы или что там, воздух гоняет. Такие вон большие высотки. Наш Нью-Йорк. За рюкзачком присматривает. Бизнес не бизнес, но могут спиздить, блядь. Забыл, как вот этот небоскреб называется. Но он не как к центру относится. Такая вот круглая панорама из небоскребов. Езжает черный мерседес тонированный, ему похую. Отлично. Отличная атмосфера такая. Тут люди живут. Черный мерседес. Тут жилые, город столиц, здания. Точно знаю. Бентли.
или Rolls-Royce, я точно не знаю. Хоть тучки нашли, не сильно-то, не сильно жарко. Такая тема. Глядишь, и дождь пойдет. Как-то все сгустилось. Но это не страшно, у нас метро под ногой. И все. Мерседес исключительно S-класса. Тут такая травка. Подобие зелени, но пока мало. Вот так вот.